После теплых выходных в Красноярске вновь вернутся морозы. По прогнозам синоптиков, ночью в субботу температура опустится до минус 15 и минус 17 градусов. Днем воздух прогреется до минус 12 градусов. В воскресенье ожидается небольшой снег. Ночь будет теплее, минус 15, минус 17 градусов. Днем синоптики также ожидают около минус 12. Однако уже в понедельник в городе вновь похолодает. Уже в ночь на понедельник столбик термометра покажет минус 28 градусов. Днем не больше минус 20. Холода простоят в городе до конца следующей рабочей недели, при этом ночью температура может опускаться и до минус 30. В начале следующей недели за холодным фронтом ожидаем вторжение холода с севера. Опять будет понижение температуры. Ночные преобладающие температура ночью 23-28 и местами до 38. Это по востоку. А дневные порядки составят 17-22 градуса, по востоку до 30. Примерно на первую половину следующей недели. И это будет связано с тем, что над Западной Сибирью устанавливается очередной высотный гребень, который блокирует проникновение теплых воздушных масс на нашу территорию.